Украина проводит военные учения вблизи аннексированного Россией Крыма. Ракетные стрельбы стартовали 1 декабря и продлятся 2 дня. Украинские военные проводят контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений составляет не менее 30 километров. В Москве изначально выразили возмущение по поводу этих учений. Корабли Черноморского флота России заняли позиции у западного побережья Крыма. Однако сегодня в Росавиации заявили, что получили, цитата, новые координаты тестов, и они не угрожают воздушному пространству над российскими территориальными водами, под которыми, очевидно, подразумевается акватория аннексированного Крыма. При этом в Киеве не скрывают, что учения непосредственно связаны с Россией и ее действиями. Важно подчеркнуть, что на протяжении многих лет российская агентура и коррумпированное руководство Министерства обороны сознательно уничтожали систему военно-воздушной обороны Украины. И для нас очень важны эти учения, потому что это очень серьезный шаг в деле восстановления противовоздушной обороны нашей страны.